Когда команда стоит на базе, ну, смысла ехать куда-то тебе нету. Потому что, ну, ты просто умрешь и все. Нет, ты смотри, тут как бы одно из двух. Если ты хочешь нанести какой-то урон, то ты будешь вынужден стоять на базе. Если тебе, в принципе, все равно, и ты хочешь просто посражаться, то можешь ехать, пытаться сдерживать. Если получится, ты круто. А если не получится, что вероятность чего 99%, то, ну, не получилось и не получилось. Это зависит от того, что ты хочешь от боя. Если ты хочешь показатели среднего урона поднимать, то лучше уезжать и отыгрывать как-то от союзников. Спасибо большое за донат. Сержина, привет, Андрей. Планируешь ли стрим с Олегом Романенковым? Спасибо. Я думаю, это будет уже после финала. Вообще, хотелось бы. Спасибо большое за донат. Вообще, мне хотелось бы, наверное. Да мне практически со всеми хотелось бы кататься. Мне не нравится то, что бачат занимает мою позицию. Потому что танковать он не может, а я могу. Наверное. Но мне так говорили. 22 танкует. Это не нахожу. Нашел. Сейчас ЕС-100 у меня фугасами будет, проверяйте. Так, пока танкуется. Вообще надо кумули, потому что там ЕС-100 сейчас будет от башни выходить. Где ДПМ? Где ДПМ? Верните ДПМ. Не, ЕС-100 спрятался, у меня будет перестрелка с Е5. Интересно, он будет заряжать фугасы или так и будет продолжать ББшками меня пытаться пробить? Продолжает стрелять ББшками пока. Блин, я бы сюда даже ремящик поставил. Потому что порой вообще не хватает скорости ремонта. Хотя она здесь и так очень крутая. Стоп, ты чё пропадаешь на ровном месте? Я что, не свечусь? Я не свечусь, что ли? Здорово, братан. Как у тебя вообще дела? Я засветился. Интересная позиция. Не, ну был бы, конечно, против меня там Е100, мне бы было гораздо сложнее. Но смотрите, он стреляет почти одновременно со мной. То есть у него с Альфой 400 практически такой же, когда мне надо быстрее его убить. Все, и переключаться на ту сторону. Я не пробил кумулем в башню 50Б. И 100 отъехал за дальнюю, как бы. Б как бы тоже. И он как бы уезжает. Здравствуй. Батчат его там встретит. А я могу с Есотом развлекаться. А тут еще и Фердинанд в нашу тусовку влазит. Блин, я что-то не ожидал, что он будет у меня через заборы пулять. Но он... Мне не нравится он. Он какой-то. Так, этого я должен убивать. И дальше остается один Е100. У меня автоприцел не брался. Так, и на базе там не очень все приятно. Плюс есть такие танки, как Артиллелия. Артиллелия, конечно, тоже не очень приятно для меня. Обратно под калибры. Под калибры. Получите. Не, вообще в целом нормально. Но ДПМ чувствуется, что не хватает. Не, хотя, когда был у этого танка ДПМ, он был вообще... Так, стоп. Я пока чесался, не заметил, что я тут обнаруживаю танки. Хорошая скорость сведения, отличная, нравится. У меня нет ни стабы,
ни ДПМ, ничего, кроме брони бортов. Куда, куда, куда ты полетела? Я же должен был наносить урон. Снарядов еще не очень много осталось, так что надо как бы беречь их. Вдруг там у них у всех фулл хп, и мне не хватит. Такое может быть. Всего у меня осталось 23. Блин, не попал таки в пантеру эту. 140 сейчас закружит. Я сейчас буду против двоих сражаться. Надо сначала Епися, он на два выстрела. Надо его забрать обязательно. Но могу не пробить. О нет, а могу и пробить. Пантера тоже там на два выстрела. Стоп, ты меня сейчас будешь видеть здесь, да? Надо впушивать. Пантерам не вовремя. Пантера, как же ты не вовремя? Блин, я не ту ремку нажал. Все, артобат. Арта сейчас заберет. Вообще у него ДПМ больше, чем у меня. Ну, в смысле, не ДПМ, а КД быстрее. А, там 110-ка фуловая. Артобат, если не стреляет, либо КД, либо плохо достает. Угу. Вниз. Стоп, он не вниз, он сюда. Так, ты чё? Ты чё делаешь? Ай, блин, я не успел немножечко довернуть. Буквально немного не успел довернуть. Он меня не пробил в обратный. Ну, как бы из 7 должен вытаскивать этот бой. А, плотная ситуация. Пантеры там вообще не вовремя, из-за этого я все хп потерял. Ну, 7 фуловый. Если он не подсветится раньше времени, то он должен забирать спокойно. Ну, блин, короче, ладно. Времени смотреть это все нет. Как, Карл? Как из 7 сдох? От арты, я так понимаю. Фуловый 7 не затащил против шотного 110-ки и арты. Ну, ладно. Ну ладно, оставим это на его совести. Так, поехали.